Неопровержимые доказательства. Ходят часы непрестанно, время не остановишь. Все-таки очень странно то, что меня ты выносишь. Все-таки ждешь и терпишь, скоро ли я поумнею? Сам и не знаю, веришь, но сделаю все, что сумею. Скоро, ты слышишь, уже очень скоро тронется поезд моей эволюции. Сыпется шелуха, тело будет ново, разум приобретет новые функции. Этот процесс без людей и наркотиков осуществится в моем подсознании. Станет ясней поведение невротиков, станет понятнее суть мироздания. Жизнь будет ярче, как никогда прежде. Явится смысл, снизойдет озарение. Будет сие состояние вечно. Нужда отпадет и в любви, и в прощении. Разом закончится время бесцельное и беспощадное препровождение. Будут закончены хитросплетения зла, искушения матушки лени. Чистым, незыблемым, ясным сознанием я как ключом открываю вселенную. Кажется мне все понятным и правильным. Нет же, не кажется, на самом деле. Смутно припомни, с чего я все начал. Вспомнить пытаюсь, что было до этого. Все поплыло в белой дымке, а значит, сном было пылью мое откровение.